Хотите подыскать себе лучшие девайсы по лучшим ценам? Тогда вам на Е-каталог. Давайте подыщем себе новенький монитор. К примеру, пусть это будет Asus. Далее можно указать дополнительные параметры. Выбираем 144-герцовые широкоформатные мониторы для ПК. И вот нам приглянулся Asus TUF Gaming. Далее смотрим его описание, характеристики, а также смотрим, где его можно купить. И помогут в этом фильтры по ценам, рейтингу для нашего удобства. Сейчас Е-каталог работает не только по России и Украине, но и по Казахстану. Но для всех тех, кто хочет быстро и удобно найти для себя девайсы, ссылка на Е-каталог есть в описании. Приятного просмотра! Эй, Мими, ты снова там? Ну и денек, да? Ты в курсе, что мистер Луиджи сегодня уходит в отпуск? Разве не круто? Серьезно? Когда? В полдень. Надеюсь, он привезет что-нибудь пожевать в комнату отдыха. Он всегда выбирает самое лучшее. Сегодня прибудут представители Atlantic Digital. Какой подарок им подготовить, кружки или футболки? Простите? Пипи, а что ты думаешь? Кружки. А вот финансовый отчет. Нужно ли уточнить у бухгалтерии? Пипи, а что ты думаешь? Результаты будут в следующий понедельник. Извините, если не затруднит, не могли бы вы взглянуть на дизайн поздравительной открытки? Поздравительные открытки? В этом месяце вы вводите кастомные открытки, чтобы поднять дух. А, да. Пипи. А что ты думаешь? Нужно согласовать с креативным директором. Но возвращайся не позже полудня. Помни, мы семья, и семья все делает вовремя. Эй! Эй, Мими! Мими! Зацени-ка! Мне наконец-то выдали колесо! Ку-ку, не сейчас, я работаю. А, да. Я тоже работаю. Лучший работник дня. Извините, можете взглянуть? Не сейчас, я занята. Мистер Луиджи направил меня к вам. Мне нужно ваше одобрение до полудня. Удвой поля слева, поменяй морскую волну на небесно-голубой. Этот цвет в нашей летней цветовой гамме. И измени шрифт на полужирный. Поняла, спасибо. Не забудь заверить у Бобу, прежде чем отправлять. А на странице 101 вы можете найти наш трубопровод на следующий квартал. Извините. Собрание практикантов этажом ниже. Я Мими из визуального дизайна. Мне нужно ваше одобрение открытки. Посмотрим. Как по мне, так все неплохо. Хотя это что, полужирный? Мы его не используем, его нет в нашем руководстве. Но Бианка сказала... Значит, она ошиблась. Бобо сказал, мы не используем полужирный. Но мы используем, я уверена. Скажи ему проверить руководство. Бианка сказала проверить руководство. Нет, это ей нужно его проверить. Страница 21 для заголовков и сносок использовать жирный, для текста использовать обычный. Кто тут креативный директор? Ты написала это руководство. Мне кажется, полужирный выглядит лучше. Тогда перепиши руководство. Кто ты такой, чтобы говорить мне, как я должна работать? Это буквально моя обязанность. Ты всегда так поступаешь. Бьянка, не начинай. Все, что бы я ни делала, всегда что-то не так. Тогда делай все правильно. Тебе легко говорить. Ты весь день только и делаешь, что болтаешь. Боже, Бьянка, мы будто снова на Мальдивах. А это тут при чем? При всем, Бьянка. При всем. Эй, Мими! Ку-ку, прошу, не сейчас! На твоем фото уже 500 лайков! Смотри, разве не круто? У меня правда нет времени, чтобы... Да посмотри, тут комменты! Мне наплевать на твой глупый пост, Ку-ку! Отстань от меня! Прости, мне жаль. Извините, мистер Луиджи, насчет поздравительной открытки. Я уже почти про нее забыл. Да, ну я отнесла ее к Бьянке, и она... Ага, советую от лучших. Да, но я хотела сказать, выглядит что... Выглядит потрясно. Спасибо. Детишки будут без ума от нее. Отправляй. Хорошая работа.